Merhaba değerli dostlar. Ben Koro Club Türkiye Şirket Müdürü Eray Şen. Bugün burada 700 kişilik çok büyük ve çok etkili bir konferans yaptık. Ve bu bizim için harika bir olaydı. Çünkü buradaki insanlara hem Türkiye'den, Türkiye'deki kültürden, insanların yaşam tarzından bahsetme fırsatı yakaladık. Если говорить именно о «Золотые для золотых» в этом году, то оно 100% оправдало все ожидания, которые мы полагали на это событие. Потому что именно здесь я увидел то, что у людей произошло то, чего не было раньше. У них 100% концентрация на результат, у них энергия появилась, у них появилась вера в себя. И я уверен, то, что именно это событие даст толчок для развития нашей команды, абсолютно каждого человека, и приведет к тем результатам, которые мы рассчитываем получить. Клуб помогает людям поверить в мечту, изменить себя, сломать старые стереотипы, изменить сознание. Приглашайте в коралловый клуб не только на продукт, а на другое качество жизни. И самое важное, после этих событий у людей идет понимание, что их мечты и их цели реально сбываются. Мы чувствуем, мы видим, мы понимаем, мы ощущаем, что компания растет, развивается и все больше и больше становится. Мы чувствуем себя причастности к глобальному процессу. Огромное количество новых людей награжденных. Золотых пришлось разбивать на две партии, просто не помещались на сцене. Изумруды заняли всю сцену, бриллианты, бриллиантовые плюсы, новые мастера. Это всего лишь полгода прошло. Задайте себе вопрос, что самого яркого и запоминающегося с вами произошло за последние 5 лет или хотя бы за год? Март, Египет, 2012 год. Мы поехали в составе 5 человек с командой, и что произошло после этого? Просто волшебство. Я сама для себя поставила новые задачи. Плюс к этому мы приехали сюда командой в составе 22 человека, поэтому для меня это мероприятие особо знаковое. Великое дело мы с вами делаем, получаем большие эмоции для себя, в первую очередь, для своего окружения. На шаг продвигаемся всегда вперед. Это является очень важным. Что ценно на таких мероприятиях? Каждый раз все по-новому. Это место, где собрались единомышленники, люди, объединенные одной целью и задачей. Мы сами выбираем свое будущее. Событие является машиной времени. Время сжимается до размера 2 дней, и получаешь такое колоссальное количество информации, такое количество энергетики, что ну, заменить это ничем нельзя. Это не просто бизнес, это образ жизни. Хотите окунуться в этот коралловый мир и посмотреть, как это реально выглядит, нужно приехать на это событие и увидеть огромный масштаб, потому что все уже говорят, что это коралловый мир, и действительно, чтобы этот мир увидеть, нужно приехать на это событие и увидеть огромное количество веселых, классных, творческих, успешных, богатых людей с разных стран, и это все коралловый мир. Здравейте, приятели! Поздрави от прекрасной Анталии! Вы правду, люди, нигде не может это зажить, потому что энергетик. Здесь можно наслаждаться здоровьем, здесь есть знание, как это получить. Попасокоти то неиманомо, ты рекеш гивенти, кесо карту. Мобзандит, киевши, форумзи. E grazie per aver riunici qua, in Coral Club, la nostra famiglia è molto grande, molto felice. Noi siamo tutti molto contenti e strepitosamente grati se voi riunite a noi per condividere questa gioia e questa energia con tutto il mondo.
А це що? А це справді те, що робить наша компанія. Ми робимо світ красивим. Это то место, где я хочу быть. Это те люди, с которыми я хочу общаться. Я новый мастер, и здесь получила просто фантастическое признание. Это просто внутреннее состояние радости. Все было в жизни, была мудрость, были годы прожитые. Но то, что сегодня и здесь, это незабываемо. Каждый человек, который хочет здесь состояться, должен на 100% использовать это событие. Особенно радует то, что находится громадное количество молодежи в зале. Это хороший мостик для следующих успехов, для следующих побед, потому что с нами молодежь, а это наше будущее. Надо смотреть, надо радоваться. Для меня это будущее компании. От этого захватывает дух, от этого сердце бьется по-другому. И от этого хочется дальше жить, работать и действовать.